Спасибо большое за поздравления. Ну что, пару слов. Добились необходимого нам результата, показали хорошего качества футбол, идем к своей цели, работаем дальше, анализируем игру, двигаемся вперед. Конечно, много что не получилось. Во-первых, реализация моментов, которые мы создаем, оставляет желать лучшего. Надо над этим еще, значит, больше работать. Ну и другие аспекты игры, которых мы хотим, чтобы команда выглядела более сбалансированно, есть недочеты в этом.